саду гостиницы Мирамар зацветает жакаранда. Ох, как красиво тут цветет дерево. Это растение называется текома. На этот раз и мой определитель, и здесь табличка были согласны друг с другом, что это текома. Красивые цветочки. Здешние клумбы вот с желтыми розами. Деревца разные есть. Есть штамбовые деревца, розы. Вот этот запах родственника пустырника, который здесь растет, такой дерущий прям. Вот там такое оформление. Видите, такие горшочки. Да еще дерево только листья начинает распускать. Такой парк гостиницы Мирамар. А вот там еще розы посмотрим. А вот это растение родственное дурмана. О, смотрите. Бругмансия. Роза уже отцветает. Эти тоже уже отцвели. Вот там еще есть цветы. Ну да, здесь тот же самый принцип, как и во всех парках, кстати, во всем мире и очень давно. Всегда в парке по возможности должно что-то цвести. Вот. А вот эти деревья тоже собираются цвести, точнее уже цветут. Дерево умбу. Помните, как в поиске капитана Гранта читали? Ну а здесь площадка для посадки на фуникулер. Ну, и я уже направляюсь в другую сторону. То есть по этому парку мы с вами тоже погуляли. Ну вот, возле статуи этой нимфы. Здесь тоже обзор на порт есть. С такого ракурса. И я вот сейчас тоже, как эти люди, буду спускаться вниз. Один такой шмель был огромный. Сейчас я его не вижу. Пока телефон достала, улетел. Прогулялись по парку. Эта нижняя часть здесь тоже представляет из себя парк. Вот. В принципе, весь Монжуик — это один сплошной парк. И я так сейчас спущусь и пойду домой. Раз вы уже до этого места досмотрели, значит, я сообщаю, что видео будет, скорее всего, разбито на две части. Вы смотрите, стало быть, вторую часть моей воскресной прогулки, а также будет множество маленьких видео для любителей разных жанров, можно сказать.
столик.